Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и не забудь подписаться на наш второй канал Jurassic World Ru, на котором будут выходить основные видео по динозаврам. И у нас атака кентрозавра, то есть у нас Мирагея относится к кентрозаврам, Тадзенгозавр и сам кентрозавр. Но они, в общем-то, очень похожи, даже нарисованы очень похожи, да, на кентрозавра. Так, используйте оглушающие способности и щиты, чтобы противостоять команду. Ну, вот я не знаю, чем мне так. Мне хочется же взять что-нибудь такое, вот этакое. Не знаю, чего-то. Ну, по-хорошему, здесь иммунитет надо, потому что они замедляют и снижают урон. Как бы. Ну, вот не знаю. Хочется мне взять вот этих двух ребят, которыми я давно не пользовался. Кстати, что по скорости? 117, 117, 120. То есть они довольно шустрые. Да, ну вот этого парня возьмем. Ну и иммунитетника возьмем. Давайте так, пойдем. А сколько попыток-то? Не обратил внимания. Одну или две нам дают на эту битву. Так, начнем с нашего броника медленного диараджозавра, да, который сейчас в топе. Ну, естественно, у меня уровня ему не хватает. Так, что у него там? Первый, полтора урона, наверное, он хочет мне зарядить. Давайте снизим ему урон, что ли. У нас контратака не кислая, все, я вспомнил, в чем у него фишка. Вот, полтора урона нам прилетело, да? Надеюсь, полтора, да, полтора. Это была наша контратака. Так, что он теперь хочет сделать? А, фиг чё, знает, что он хочет сделать. Он хочет подмениться. Ну, замедление нам не страшно. Нам снижать скорость все равно. Снижай их сколько угодно. Нам главное сидеть в защите. И наваливать. Так, ну давай, контратака. И усиление с ударом или без? С ударом. Так, еще раз контратака. Чё это у меня панелька не исчезла? Так, что у него там сейчас? Перезарядка 3. Наверное, она еще ему недоступна. А, уже доступна. Так, надо считать, сколько ходов. Так. А, у него тоже есть малая контратака. Вот такой вот он, гаденыш. Но мы его сейчас добьем. Ну, неплохо, смотрите, как он против двоих держится. И, в общем-то, не просто держится, а и добивает. Хороший парень, да. Хорошо сидит в защите, так же, как и трикозавр. Так, что... то я могу вот так вот сделать. Это позволит мне выжить. Кстати, броня у него тоже не кислая, 30%. А у меня контратака пробивает щит, да? Да, пробивает щит, это прекрасно. Так, а это что? 100%, о, отлично. Блин, классно он против травоядных вообще шикарно заходит. Ну, против существ, которые не пробивают сквозь щит. Вообще полный ноль. Ну вот реально, я их практически не атакую. Да, но он очень похож на трики. Блин, он реально тащит, он покоцал уже почти всех 30-х. Ну, здесь время подмениться. Так, ну сейчас Тарекс может и не выдержит. Бедолага. Два удара. О, его практически уничтожили, да. Но он мощно бьет, конечно же. Так, ну здесь как бы, блин, печально.
Ничего, нету опережающих никаких ударов, ничего не может сделать. Да, вообще, ни о чем. Было бы у Диараджика больше жизни, так он бы тут сам все порешал. Так. Ну давай. Не кислая контратака. Ну и все. Но бьет, видите, 1700 удар и контратака на 800. Это вам не просто так. Но Диараджик их бы порвал, будь он там уровнем 25-м, он бы, наверное, всех троих порвал. Неплохо так насыпали. О, Гацикоптерикса 3000. О, кецеля, а мне как раз там кецеля не хватает. Сейчас пойдем. Даже гриппозуха, блин, шикарные награды, ребята. За такими наградами. Так, мне там буквально капли не хватило для кецель. Кто там из тебя делается? Птера кецель. А, мне он нужен 20 уровня, наверное, да? Ах ты, двух не хватает, да. Кецариона я пока что не могу еще создать. Так. Так, а вот с этим парнем, чем мне тут не хватило? Кого мне тут не хватает? Вот, черт подери, аргентиничей. Блин, я ловил их сегодня и даже не обращал внимания. Были ли они на карте у меня рядом? Так, Альянс. Пару тыщеночек насыпали. И интересно, дружеский поединок. Есть ли кто-нибудь онлайн? Так, запрос. Кого попросим? Мне, конечно, аргентиничи жутко надо. Жутко надо аргентиничи.